Ветхом Завете. Да, обрядовая часть. Дальше. Прообразовательная часть. То, что прообразовывало что-то в будущем. Там, допустим, Агнец, да, он прообразовывал Христа. Христос пришел, все. Теперь уже его не закалывают больше. Обрезание прообразовывало что? Прообразовывало крещение. Все, сейчас крещение, обрезание отменено. Суббота указывала на воскресенье. Воскресенье теперь самый главный день. Празднуется воскресный день. То есть надо знать конкретно, что на что указывало и какой смысл несло. А все нравственные заповеди касательно нравственности. Вот, допустим, внешний вид. На мужчине не должно быть женской одежды, и женщина не должна носить мужское платье. Ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий делающий сие. Второзаконие 22.5. Это нравственная заповедь? Различие мужчины и женщины по виду. Это нравственная заповедь. Да. Следовательно, она не может быть отменена. Потому что Христос нравственность не отменял, а наоборот ее еще сильнее ужесточил. То есть, если тогда нельзя было прелюбодействовать, то теперь даже смотреть на женщину с вожделением нельзя. То есть, нравственные заповеди не отменяются. Все. И все места, которые, допустим, нельзя делать татуировку. В Новом Завете не написано, что нельзя татуировки делать. А в Ветхом написано. Но они не отменены, потому что касается нравственности. Тело, храм Божий, его нельзя портить. Там дальше. Борода. Борода относится к различию мужчины и женщины. Различию, половое различие. Это нравственность. Человек, если отменяет половое различие, это, ну, он просто искажение, это искажение природы человека. В Новом Завете Христос природу человека не отменял. То есть она так и осталась, соответственно. И вот так по всем проходишь, да, посмотришь, это к чему относится. Ну, вот это-то мне было понятно, вот эти вот, которые, да, нравственные, вот эти. Это-то как бы я уяснил вот это. А вот конкретно вот этой пищей, что...